Видео. А почему? А, темно, видео. Цвет включен. Если... Почему же так темно? Так, вот это... Что у нас получается? Маленькая пробоина в правом борту. А, почему? И лодка какая-то. Это, если не ошибаюсь... А, муссон 2. Ага, хорошая лодка из плотной ткани. Ну-ка, посмотрим, как она склеена. Вот так она склеена, да? Прям вот так, легко, непринужденно. Стоп, стоп, стоп. То дальше там уже чашка начнется. То есть лодка разбирается буквально легким движением руки, я так понимаю. Да, в любую сторону? О, понятно. Все, да, надо останавливаться. Так мы всю лодку раскидаем прямо на коленке. И люди на этом еще умудряются выходить на воду. Ну, что можно сказать? По идее, надо уголовную ответственность вводить за такое исполнение изделия. То есть клей практически применен без каких-либо добавок. Да и вообще, есть ли здесь клей? Вот вопрос сразу возникает. Если он даже на холодную, без нагрева, руками разбирается. Такие вот хорошие, красивые, из плотной ткани, плотностью 1100, как любой продаван нам сейчас начнет лечить. Хорошая лодка с огромным широченным привалом, который составляет процентов 15 веса лодки, если не 20. Строится лодочка длиной 2,60, легкая, компактная, которая, по идее, должна быть для пользователя. Больше таких размеров она больше ничем не оправдана, кроме как веса ее и компактности. Ну и вот в итоге еще и умудряется вот так слепить. Слово «склеить» здесь как бы неуместно. Ну что, поздравляем владельца этой лодки. Все, что мы, и выносим ему устные и даже, можно, письменные предупреждения о невозможности использования данного изделия. Я, во всяком случае, не рискнул.